Моя бабушка Анфиса жила в деревушке в 80 километрах от города. Кроме меня и моей мамы у нее был только огромный серый кот по кличке Божью. Кот был невероятных размеров, наверное все 8 килограммов живого веса, не считая длинной и пушистой шерсти. Усы, как большие антенны, постоянно были настроены на все происходящее вокруг. Я часто спрашивала у бабушки, почему у нее нет собаки, да что ты, махала бабушка руками, котяра, этот зверюга еще тот и любую собаку в клочья разорвет, даже ко двору не подпустит. Он самый лучший охранник во всей деревне, вот только в лес постоянно шастает, и что он там делает, ума не приложу, жалуется бабушка на своего питомца. Мы с мамой жили в городе, но каждое лето на все каникулы отправлялась к бабушке. Деревушка была небольшая, и каждый друг друга знает, все ходят друг к другу без стеснения в гости выпить чайку, посплетничать или даже брать необходимые продукты взаймы. Дом у бабули был просторный и уютный огород, и даже сад имелся, сарай огромный, а возле дома столько красивых цветов, которые каждую весну бабушка садила с огромной любовью. Мысль о предстоящей поездке также радовала и воодушевляла меня, как и сама поездка. Бабушка никогда и ни в чем не отказывала, чем я и пользовалась. В деревне я чувствовала себя в безопасности и вниманием, не была обделена заботой и лаской. Вот и в этом году в 20-х числах мая, как только закончились занятия в училище, я сразу же засобиралась к бабушке в деревню на все лето. Войдя в калитку, меня с важностью хозяина встретил Божью, за ним бежал какой-то серый щенок, а потом на крыльцо вышла счастливая бабушка. Из дома уже доносился запах пирогов с ягодами. «Внученька наконец-то дождалась», — сказала бабушка, и мы с ней обнялись. «Ба, ты что, все-таки собаку завела?» Удивленно спросила я бабушку и потрепала щенка за ушко. «Да это не я завела, Божью завел нам собаку». Это он еще в апреле, как только снег сошел, начал совершать свои постоянные вылазки в лес. Вот как-то раз смотрю в окно, а он в зубах что-то несет. Пришел и положил на крыльцо серый комочек шерсти. Я как посмотрела, батюшки мои, так это же волчонок, а где он его взял, не спросишь, ведь понятно, что в лесу, а вот где мать этого существа и что с ней случилось, неизвестно. Вот так и остался у нас жить этот найденыш. Хорошо, что уже молоко сам мог лакать. Так они с котом с тех пор, как привязанные друг к другу, ходят и едят из одной миски и спят у печки свернуться калачиком, прижмутся друг к другу и дрыхнут. Никогда не думала, что наш кот может быть таким нежным и заботливым. Кот учит волка охотиться, но не смехли. Так мы и жили в деревне у бабушки все лето. Волчонок к концу августа хорошо подрос и стал размером с небольшую собаку. Его молочные зубы сменились на острые волчьи клыки. Я очень подружилась с этой необычной серой бандой. Кот и волк два закадычных друга. Такого я никогда больше не встречала в своей жизни. И вот настало время возвращаться в город, я упаковывала вещи, зверинец крутился возле меня, предчувствуя разлуку. Бабуля тоже была в полном расстройстве, маме привет передавай, внученька жду тебя через месяц, приезжай, пойдем в лес за грибами, погода как раз грибная, наберем белых подосиновиков, груздей. Я пообещала бабушке, что через месяц обязательно приеду. На остановке прощались, бабуля плакала, а кот с волком сидели и внимательно наблюдали за нами. Подошел автобус, я погрузила свои вещи, а бабушка еще долго махала вслед уходящему транспорту. Ровно через месяц я снова ехала к бабуле. Ну как так-то, всего две остановки осталось, а теперь идти пешком. Все ноги собьешь, пока дотопаешь, думала я, всячески ругая сломавшийся автобус. Бабушка будет волноваться, что не приехала в обещанное время. До деревни мне оставалось проехать всего две остановки, когда автобус, чихнув последний раз, заглох, и все бы ничего, да только моя остановка была конечной, и в автобусе к тому времени из пассажиров оставалась только я одна. Делать нечего, взяла вещи в руки, попрощалась с водителем и пошла в сторону деревни. Я шла вдоль трассы, по обеим сторонам которой стоял глухой лес. Миновав одну остановку, я решила чуть отдохнуть на обочине и только отошла от трассы, как вдруг мне навстречу на огромной скорости промчался темный автомобиль. Если бы я не сошла с дороги, то он точно бы меня сбил. В машине орала музыка, оглушая лес безумным стуком ударных инструментов. Автомобиль пронесся вперед, я прибавила ходу, как вдруг услышала позади себя легкое шуршание шин. Обернувшись, увидела уже знакомый автомобиль, который фактически крался за мной. Поравнявшись, автомобиль какое-то время ехал, как бы сопровождая меня. Затем открылось окно, и я увидела, что в автомобиле сидят двое мужчин, явно нетрезвых, их довольные ухмылки заставили меня поежиться. Не обращая внимания на них, я шла вперед, потом остановилась, понимая всю опасность ситуации. Одна на безлюдной трассе, а дорогу мне преграждают два пьяных, видимо, решительно настроенных мужика. «Ребята, не надо!» – попыталась я вразумить мужчин. «Мне идти осталось минут десять, я сейчас сверну и через поле». Слова застыли в воздухе, передняя дверь машины открылась. И наружу вылез здоровенный лоб в спортивном костюме. Он без церемона схватил меня за руку и потащил к машине. Я упиралась, и на глазах от страха навернулись слезы. Я стала кричать, но прекрасно понимала, что помощи ждать неоткуда. Мужчина сгреб меня в охапку и затолкал на заднее сиденье автомобиля и захлопнул дверцу. Сердце ушло в пятки, я забилась в дальний угол, отчаянно соображая, что делать. Пассажир сел на свое место, и машина резко двинула вперед. Далеко они не уехали, завернули в ближайшую просеку. Автомобиль скрылся в лесу. Машина остановилась на лесной опушке, полянку окружал невысокий кустарник. Выйдя из авто, мужчины открыли заднюю дверь, выпуская меня. Я стояла зареванная, с растекся тушью и трясущейся от страха дальнейших действий, а я угадала безошибочно. Один из них, схватив меня за руку, потянул к себе. Я закричала и со всей силы ударила мужчину по лицу, оставив следы красных полос от ногтей. Мужчина, не ожидавший отпора, толкнул меня в грудь, от чего я отлетела на метр в сторону. Этого метра мне хватило, чтобы вскочить на ноги. Вдруг дикий нечеловеческий голос огласил поляну. Это орал один из мужчин, в его ногу вцепились острые клыки молодого волка. Челюсти сомкнулись мертвой хваткой. Зубы зверя впивались в мягкую ткань и тянули свою добычу вглубь в кусты. Второй бросился бежать без оглядки, перескакивая через кочки и ямы, неудачно подвернув ногу, он рухнул на землю и тут же ему в спину вцепились острые когти. Божью когти кота царапали спину до крови, зубами кот вцепился в голову мужика. Мои спасители подоспели вовремя, еще немного и я не знаю, чем бы закончилось это жуткое нападение двух здоровых амбалов. Изрядно потрепав насильников и почти не оставив на них живого места, эта злобная парочка наконец-то прекратила свою расправу. Быстро протрезвев, мужики вскочили в свою черную машину и заперлись в ней. Громкой музыки, веселья больше не было слышно я побрела по полю в сторону деревни в сопровождении своих хвостатых защитников. Откуда они взялись на этой поляне и как почуяли беду, я не знаю. Ясно одно, что, возможно, они сегодня спасли мне жизнь. С таким боевым отрядом мне было больше ничего не страшно. Бабушке и маме я не стала рассказывать эту историю, чтобы не пугать понапрасну. Дорогие друзья, если вам понравилась история, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, впереди еще много всего интересного.